раннее утро. Где-то около... Сколько время, Ром? Не скажу. 10 часов 11 минут. А, уже не раннее. 10 часов 11 минут. Мы с моим приятелем Романом выехали в сторону центра города Владимира. Едем отмечать День ВДВ. Роман сосредоточенно рулит. Дымка на улице. Да, на улице дымка от пожаров. 2010 год вот такой удался у нас. Кругом лесные пожары, кругом дымка. Но праздник не отменяйте из-за этого. Вот мы и возвращаемся из банка, где Рома снял 3000 на праздник. Он будет отмечать его бурно. Мы подъезжаем к Золотым воротам. Золотые ворота практически не видно. Кругом стоит густой смог от пожаров. Вот мы сейчас подъедем по Голову, где собирается вся Владимирская десантура. И там уже народу много, наверное. Над головой качали в дымке голубой. И нашу грусть, и боль роду, и радость встречи. А ну, браток, давай с тобой сначала навестим ребят, чьи лица с обелисков мир живым огнем глядят. Они навечно среди нас, и помним мы всегда про тех, кто прославлял в боях десантные войска. Давайте вместе вспомним мы тревоги, марши и прыжки друзей, что, как и мы, везде сегодня пьют за ВДВ. Как купола над головой качали в дымке голубой, и нашу грусть, и боль разлук, и радость встречи. А ну, братва, давай пройдем мы с песней строевой, чтоб эхом вторилась она над нашей головой. И отпечатаем свой шаг на улицах родных. За ВДВ напьемся вдрызг и за себя самих. Давайте вместе вспомним мы тревоги, марши и прыжки друзей, что, как и мы, везде сегодня бьют за ВДВ. Как купола над головой качали в дымке голубой, и нашу грусть, и боль разлук, и радость встречи. Давайте вместе вспомним мы тревоги, марши и прыжки друзей, что, как и мы, везде сегодня пьют за ВДВ. Как купола над головой качали в дымке голубой, и нашу грусть, и боль разлук, и радость встречи. Скоро еще не уехал. Давай, Вот он впереди стоит. Давай.
Давай, давай! Давай, давай! А менты тоже есть свои. Держи, законные. А он скоро предложит. Ты козленочка, кстати. Закуски. Дед прикольный, да. Дед. Закуски. Главный убор снять! На колен!
молчание кончит. Вечный память! Вечный память! Вечный память! Вечный память! Вечный час, посвященный празднику 80-летия воздушных десантных войск, объявляется открытым. Слава! Ура! За что произошла такая нестыковка? Снимите береты, мужики! Тихо! Ну, я думаю, что все будет нормально. Начнем с грустного. Во-первых, десант своих не бросает. Нет! Так что, ребята, смотрите друг за другом. Поменьше эксцессов, на конфронтацию не идти. Пожалуйста. Ведите себя достойно, чтобы нас не тыкали. И не говорили, что десант это позор, а не слава. Какой десант, блядь? Ёпта. Правильно. Слава ТВ! Слава! Слава! Ребят, дайте выскочить до конца. Сейчас постараемся подогнать автобусы. Если автобусы будут, значит, едем организованно на аэродром. Там Союз десантников России прыжки и небольшой фуршет. А прыгать можно? Тебе? Нет. Тебе нет. Только с кирпичом. Прыгаем на месте. На тарзанке нету там. Тихо, тихо, дайте казаться. Пацаны! А может я прыгаю? Тихо! Тихо! Стойтесь! Поехали! Ребята, слово имеет товарищ полковник Стайлер. Парни, знаете, вот есть праздники, которые на Руси имеют не только профессиональное значение, а есть, которые прошли по сердцу и по жизни. Не было бы десанта, в современном понятии наверняка не было бы нашей страны. Та, что есть и осталось на развалинах нашего великого Советского Союза, я так думаю, покоится на плечах и ваших беретов, ваших тельняшек, которые оплачены большой кровью. Говорят, есть десантные войска, а нет задач невыполнимых. Курсантам военного училища когда-то давно в Питере мне довелось быть в музее Суворова. Это не мне вам говорить. Полководец, который 68 сражений ни одного не проиграл. Его чудо-богатыри. А вы прямые наследники этих самых богатырей. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам удачи по жизни солдатской. И чтобы вы всегда были готовы выполнить задачу. Она еще будет перед нами стоять. Верьте, верьте, будет стоять еще задача. Тихо! Вы сейчас отдыхаете? Значит, просто это правильно. Значит, должен быть день работы, должен быть день отдыха. Но сегодня праздник. Значит, день праздника. Ну, от имени и от лица Ассоциации ветеранов боевых действий, от внутренних дел, внутренних войск, решите вручить диплом за патриотическую работу и в честь юбилея ВДВ, 80 лет, замечательная дата, Ивлеву Олегу Валентиновичу. Ивлеву Олегу Валентиновичу. Тихо! Марилин Андрей Владимирович, есть? Мою десантнику в России! Мою нету. Хорошо, передадим. От имени по причине. Еще раз. Здоровья! Успехов! Слава ВДВ! Слава! 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 Юбилейную медалью 80 лет воздушным десантным войскам. Балтийский флот. Награждается Соколов Роман Николаевич. Балтийский флот. До супермаркета. Служу России, ВДВ. Слава! Медалью 80 лет воздушным десантным войскам награждается Осин Анатолий Владимирович! Осин! Ура! 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 Медалью 80 лет воздушным десантным войскам награждается Тычков Алексей Николаевич! Ура! Oh, man. Oh, man.
Уже Россия выдавай. Слава! Медалью 80 лет воздушно-десантным войскам награждается Костаков Алексей Владимирович. Слава! Слава ВДВ! Слава! Медалью 80 лет воздушно-десантным войскам награждается Сорокин Александр Владимирович. Мужур России ВДВ. Слава! Медалью 80 лет воздушно-десантным войскам награждается Стражнов Андрей Анатольевич. А говорят, нету его. ВДВ. Ура! Лет воздушным войскам награждается Солянов Владимир Петрович. Буду России ВДВ. Слава ВДВ! Слава! Все в супермаркет. Кого прочитали? Барни! Барни, секунду! Значит, есть предложение минуты молчания почтить парней, которые сложили головы в Афганистане, на Северном Кавказе. Ну и где? По всей России, включая Европу. Объявляется минута молчания. Команду! Билеты снять! Билеты снять! Колено преклони! Ура! 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 А теперь как запланировано в супермаркет, пацаны? Пацаны, чтобы в горле была тишина, пожалуйста, ладно? Из нас специально... Слава тем, кто не пришел. Вертолеты готовить не будем. Русских простых бросили
кидаем, просто положили, кидаем. Постояли. Постояли, стоим. Просто не кидаем, подошли, положили. Мужики, может кто-то хочет что-то сказать? Да, я хочу сказать. Парни, эти люди, они воевали не так, как мы с вами. Они воевали так, немножко по-другому. У них не было выбора отступить, сдать назад. У них такого не было, потому что товарищ Сталин распоряжался иначе. Ребята, эти люди отстояли нас, наших родителей. Поэтому помянем им просто. Не знаю как, минуты молчания, кто-то перекрестится. Но снимите свои шапки, парни. Потому что это люди достойны уважения. У меня все, ребята. Вечная память. Вечная память.